Мы зайдем в этот подъезд. В этот подъезд казармы. Это территория расположения подразделений войсковых частей 47-279, 50-346, 519, извините, 50. 50, 319 и 25-477, да. Мы зайдем в этот подъезд. По этому крылечку. Ориентир хороший. Вот стадион. Это спортзал виден. Здесь еще одно здание казармы. Ветерок. Мы тут по-быстрому посмотрим и будем заходить, поскольку ветер. Даже дождь сейчас был, пока сюда ехал, капал дождь. Да, 2 сегодня февраля 2024 года. Вот здесь мы и зайдем. Вот здесь курилка на углу, вот туда. Мы тут как-то были не так давно. С неделю, наверное, назад, уже чуть больше. Мы тут удивлялись. Деревья растут на крыльце. Ломают крыльцо. Вот там на крылечке все. Для чего эти железки? Какие-то фиксаторы, наверное, были для дверей. И вот потихонечку заходим. Дверь открыта. Мы сюда заходим. Ручка дверная вон какая. Точёная. На станке. Вот напротив. Вход в казарму. Стадион. Еще капает. Немного. И ветер. По прогнозу не было дождя сегодня. Завтра будет дождь. Вот. Поторопился. Вот тут видно. Да, это опечатывалось тут. Заходим. Уже зашли. Зашли. По всем помещениям ходить мы не будем. Мы пройдем по лестничной площадке. По всем лестничным пролетам. Слева вход в подвал. Как и вправо. Можно зайти и там ходить, смотреть. Там склады, в том числе продуктовые. Холодильники стоят. Ну, заглянем. Фонарь у нас под рукой. Вот фонарь. Включили. Слева посмотрели. Смотрим. Вот. Подвал. Тут вешалка сразу. Вот какая вешалка. Номера 13 и по 20 какой-то там. По-моему, 24 там написано. Это сколько там? 24. А тут текст есть. Харан. Хара. Не могу прочесть. Такой же вход в противоположной стороны. Вот он. Это отходы справа. То же самое, только нету вешалок. И текстов нет. Вот ступеньки. Ну, нам туда не надо. А есть тут кое-какие тексты. Вот что-то тут нашкрябано. Да. Вот тут мы зашли с вами. Тут зашли.
там крыльцо. Развернулись. И вот вход на первый этаж. И пошли потихонечку. Вот этот сапог тоже лежит. Первый этаж. Ну, заглянем по коридору. Вот коридор. Не пойдем. Ходили мы тут, смотрели. Здесь вход-выход, где мы зашли. И мы по ступенькам наверх. Ну, свет выключаем. Да, фонарь выключили. И пошли по ступенькам. Это площадка. Уже мы поднялись. Между первым и вторым этажом. Стадион. Видим. Стадион прямо. Здание спортзала. Следующее здание — это столовая офицерского состава. Еще правее — здание Парма. Это на второй этаж, пролет лестничный. Ну, на картинке мы не смотрим. Поднялись. Вот второй этаж. Тут можно без фонаря посмотреть. Развернулись, вышли. Вон гимнастерка лежит. Френч. Что? Непонятно. Да. Идем выше. Вот это на третий этаж. А, здесь, конечно, повеселее будет. Повеселее тем, что кое-что тут есть, как некоторые экспонаты. Я уже тут увидел. Написано на карточках вот. Вот 4 тряпочки. Вот 4. Здесь хода не было. Теперь есть тут пролом. Дело. Да, мы тут были, конечно. Сапоги. Телок, тексты, вот ремни, парадные ремни, ну, без блях, конечно, к сожалению. Пошла. Также пошла.
Да, штаны ватные. Башлаты. Куртки. Видимо, это шинель. Черного цвета. Башлаты. Валенки. Правда, один валенок. Не комплект. Где-то второй, наверное, есть. Где-то здесь, наверное, они и были эти элементы обмундирования. Что же это? Наверное, в масле. Руки заняты. Вот еще тут дыра. Да, вон там что-то могло быть. Элементов экипировки. Комсомольская, правда, под ногами. Какой тут год? Май 70, 25, создано в 25 году. Вот тут 28 декабря 91 года. Будка. Ремни мы видели, сюда заходим. Ух ты, какой тут написан. Чего? Это мы раньше не видели. Пирамиды должны быть оборудованы запорами и звуковой сигнализацией. Ну-ка посмотрим, что это. Караульные службы. Обязанности принесения караульной службы. Весь личный состав должен быть обучен правилам обращения с оружием и так далее, так далее, так далее. Так далее. Должен весь личный состав. Какой-то ремень клиновый. Это же тут фотопленка. Негатива. Это железка странная. Вот, видно, с той дыры все пришло сюда. Вот оттуда. Ну, никак что-то. Вот так оттуда. Что бы это значило? Чемодан. Дембельский. Тарелка из солдатского столового сервиза. Алюминиевая тарелка. Бушлаты. Пинки. И красная свеча. Переводы на зимнее время. Вот тут что-то. А тут еще Фридрих Энгельс. План график перевода. План график контроля перевода автомобильной техники. Перевода автомобильной техники 4-го арт-дивизиона. На зимний период 80 такого-то года эксплуатации. Наткнулась мы на что.
Тут вот тексты другие не читаем. Ну, график, план график. Ну и красная звезда. Я посмотрю. Выходим. График контроля. Перевода техники 4-го отдельного дивизиона, артиллерийского дивизиона, на режим весенне-летней эксплуатации. Вот вот. Мы тапочки видели. Вот 4. Орлов, гвардия-майор, подписывает. План график. А вот тут вот еще есть. Вот. Ну, дыру посмотрим. Это. Это чердачное помещение, можно сказать. Третий этаж. Мы посмотрим на велосипед. Тут вот не видно будет. Вот здесь мы увидим. Должен тут быть виден велосипед. Мы его оставили тут где-то. А, вон как раз он на срезе крыши. Вот так, если смотреть, вот сейчас в центре велосипед должен быть. Это крыша. А прямо плац строевой с левой стороны будет штаб и санчасть. Однозначно. И потихонечку выходим и вниз. Неисходно. Посмотрели. Посмотрели мы пролеты лестничные казармы, вот которые подъезд поближе к стадиону. Покидаем лестничные пролеты. Побежали, побежали. Да, команда, рота, выходи, строится, побежали. Построение тут напротив, видимо, было. Первый этаж, и мы на выход. На выход. Идем к велосипеду, выезжаем. Нигде нет. Вышли. Почему мы здесь сегодня? Поскольку тут открыто. И пока вот зима заканчивается, скоро все это закроется. И мы не сможем посещать те объекты, которые сейчас еще можем кое-как. Да, опять же, для информации, все посещения здесь запрещены под любым предлогом. Ну, то есть, на свой риск, конечно, можешь зайти. Что мы и делаем.
Да, все эти объекты признаны памятником архитектуры и снесены не будут. Вот здесь мы были с вами. Вот здесь. Зашли и вышли. Ориентир. Стадион. А здесь велосипед у нас стоит. Мы видели уже его. Туда из окна заглядывали. Сюда где-то мы пойдем. Да. Сюда. Вот как все заросло. Можно представить, каково здесь летом, когда все это в листве. И тут вот склад, подвал. Вот с этого ракурса. Посмотрели. Вот здесь можно проползти, но мы тут не поползем, мы вот здесь пройдем. Вот здесь вход в подвал. А вот велосипед, куда мы, к чему мы шли. А тут курилка на углу. Вот. Вот она видна. До свидания. До новых встреч.